Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 433. Вычислите наиболее удобным способом значение выражения. 631 умножить на 18 плюс х умножить на 369. Для того, чтобы вычислить значение этого выражения, ну, при х равном 18, еще у нас сказано, то мы поступим следующим образом. Мы подставим сразу вместо х значение 18, которое нам дано по условию. И тогда получим, значит, 18 умножить на 369. Получили сумму двух произведений. Каждое из произведений имеет множитель 18. Выносим этот множитель 18 за скобку. От первого произведения остается 631. Дальше переносим плюс. И 369. Вот теперь мы немножко упростили выражение. И теперь, собственно, уже можем приступить к вычислению. Вначале нам нужно вычислить сумму в скобках. В скобках, ну, если вы сложите 631 плюс 369, то получите 1000. Теперь нам остается 18 умножить на 1000. Для этого нужно переписать 18 и дописать 3 нуля. Второе. 58а минус 58 умножить на 824. При а равном 1024. Ну, здесь для того, чтобы произвести вычисление наиболее удобным способом, мы можем выполнить преобразование сразу, поскольку вот мы имеем произведение 58 на а и вот 58 на 824. Тогда мы вынесем общий множитель 58 за скобку. От первого произведения остается а, дальше мы минус переносим, и от второго остается 824. А вот теперь мы можем приступить к вычислениям. Вместо а мы ставим 1024 и минус 824. Получаем 58 умножить на что? 1024 минус 824 – это будет 200. Так, теперь нам нужно 58 умножить на 200. Ну, фактически мы 58 умножаем на 2. Это получается 116. И дописываем 2 нуля. Вот получился результат 11600. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.